Совсем недавно я брал такое уединение на 7 дней. Я уезжал, ну, на 7 не получилось, меня сорвали, 5 дней получилось. Я постился и молился, я обнаружил, что одно из мест, где мы больше всего обманываем, и вы тоже в том числе, это время, когда мы все вместе поем песни в церкви. Есть такая песня, у нас в церкви поют ее, не знаю, у вас. «Все отдаю тебе, доверю все тебе». Сколько людей обманывают? Я всем говорю, если ты не подумал, о чем ты поешь, и не принял решение, что это правда, лучше промурикай. Ну, приблизительно так. Не пой, потому что Бог услышит и вдруг поверит и проверит. Я однажды допелся. Я пел, все отдаю тебе. Я молился потом за одного брата. Господи, дай ему транспорт, у него двое деток, церковь далеко. А он пастор, ему надо служить. И Бог так услышал мою молитву. Говорит, ты правда хочешь, ты сочувствуешь ему. И я реально почувствовал это в сердце своем. Я сказал, да, Господи, он просто, он достоин этого благословения. И Бог сказал мое сердце, отдай свою. Я говорю, Господи, ты у меня старенькая, может... Новенькая для него, хороший брат. Бог молчал реально, 2 месяца торговался. Я придумал всякие уловки, да я ее подделаю, да я то. Бог молчал конкретно, пока однажды утром, через 2 месяца, в субботу, я очень четко пришло понимание, машины иногда горят, а иногда их воруют. Я сказал, сдаюсь. Взял и пошел, отдал свою машину. Сердце кроет, даже до сих пор, наверное, рубцы есть. Я тогда начал думать, это я, наверное, допелся вот этими песнями, все отдаю тебе. Если я не готов, мы иногда поем, Господи, ты святый, ты благой, я тебя люблю. Извините, там массу порядок наводим, на часы смотрим, выживаем, что-то сегодня затянулось, и ничего не знаю. И все наши песни, они как листья. Мы начинаем шелестеть, великий Бог, когда на мир смотрю, мы начинаем, тогда поет мой дух, Господь тебе, и Бог с неба, шо, и приходит, а что он находит? А он находит наше посвященное сердце, а он находит нашу преданную ему жизнь, а он находит наше посвящение такое, что бы ни случилось, Господь, я следую за тобой. И настало время, братья и сестры, настает время, когда очень серьезно этот будет произведен водораздел такой между теми, кто боится Бога и кто не боится, кто служит ему, кто не служит. И я верю, Иисус, Он проверяет это.